Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, геометрия 10-11 класс, Атанасян, задание 66. Назовите все пары скрещивающихся, то есть принадлежащих скрещивающимся прямым ребер тетраэдра ABCD. Сколько таких пар ребер имеет тетраэдр? Тетраэдр – это геометрическая фигура, которая имеет 4 вершины, 4 грани и 6 ребер. Скрещивающимися прямыми называются прямые, которые лежат в разных плоскостях. Из всех 6 ребер тетраэдра ребрами, которые лежат в разных плоскостях, являются противоположные ребра. Это ребра AB и CD. Они скрещиваются, потому что ребро AB лежит в плоскости ABD, а ребро CD пересекает эту плоскость в точке D, которая не лежит на прямой AB. Поэтому по признаку скрещивающихся прямых AB и CD скрещивающиеся. Также скрещивающимися являются противоположные ребра BC и AD. И еще одна пара AC и BD. Больше пар скрещивающихся ребер у тетраэдра нет. Всего оказалось 3 пары. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.